Но в итоге вбрасывание. Выиграть у Андронова не смог. Удаление в составе ЦСКА за удар соперника клюшкой. Интересно. И Науменкова сейчас на 2 минуты приглашают проследовать. Как-то мы невнимательно смотрим, что ли. Какие-то удаления, они откуда-то возникают. Ух ты! А, между ног, наверное, да? Мощно. Вот оно что. И потому что Науменков так не особо споря отправляется в раздевалку, был грешок. Ну, давайте теперь посмотрим. Хотелось бы увидеть, да, это на повторе. Вообще, конечно, вроде там так, да, ну смотрим.